Итак, вот и наступило доброе утро. Люди еще спят, никого нет. Время 7 часов 20 минут, выходной день. И сегодня у меня будет день пятнашек. Побежали. Сегодня будет интересный день. Значит, день пятнашек — это такая беговая игра. Я вчера ее придумал. Значит, нужно пробежать по 15 километров на каждое время суток. Вот такое испытание буду преодолевать сегодня. Получится или нет, неизвестно пока еще, но в конце видосика мы все равно об этом узнаем. В любом случае, видосик я выложу о том, получилось у меня или нет. Пробежал, значит, так, это 9-й мы закрыли, 9 километров. Что могу сказать? Могу сказать, что жизнь учит, а учит жизнь меня тому, что вот если ты с утра собираешься бегать, то с вечера обжираться, ну, никак не нужно. Вообще не стоит. Вот. А еще у нас в Перми на набережной туалеты работают только с 10 часов. По крайней мере, так написано. Но они закрыты. Вот. Но слава богу, что кусты работают круглосуточно. Бежим дальше. Так, друзья, первая пятнашка, вот она, где она, вот она, видишь, 15. Все, останавливаю время. Первая пятнашка за сегодня сделана. Что могу сказать? Запарился, жарко, хотя на улице пока еще только 20 градусов. Днем обещает Яндекс погода. Ну, я в Яндексе посмотрел. До плюс 28, плюс 27, плюс 28. Не знаю, как днем побегу пятнашку. Но посмотрим. А еще не знаю, ребята, не знаю, как вы... Вот те, кто утром бегаете, каждое утро, как вы бегаете, это вообще мне непонятно. Потому что, блин, ну тяжело утром вставать. Все, кости болят, ноги болят, все, руки болят, все болит. Как вы бегаете, ребята, большое вам уважение, блин, от Егора тем, кто бегает по утрам. Потому что я-то бегаю по вечерам. Ну все, иду отдыхать. Значит, следующая пятнашка будет днем. Ну что, наступил день. Время 12:30. Я вышел на вторую пробежку за сегодня. И также нужно пробежать сейчас мне 15 километров. Бегу уже. 2 минуты бегу. Добежал до Мотовилихи, 7 километров, смог осилить, очень тяжело, капец как тяжело, очень жарко сегодня, просто капец как жарко, как будто в какую-то южную страну приехал, еле ползу, какой там нахрен темп, не сдохнуть бы, вот. Ну, это, конечно, хорошо, что лето такое прям теплое. Но за что? Я вот сейчас думаю, хорошо, что я взял пятнашки бегать, а не двадцатки там или тридцатки. Ладно. Ползу пока что. Ползу. Короче, ребята, бегать по 15, эта идея была, уж, блин, слишком сильная, короче. Это я сильно замахнулся.
бежал бы по 10, может быть, и как-нибудь было бы, наверное, полегче. Но по 15 это вот, блин, ну, на пределе, да. Наверное, так. А, в принципе, идея хорошая, идея интересная. Так можно бегать, допустим, не по 15, а по 3, по 5, по 10. По 10 бы я вообще нормально бы сбегал, наверное. Но по 15, не знаю. В общем, идея классная. Пользуйтесь, играйте. 15 я пробежал. Я пробежал, вот, не знаю, сфокусируется или нет. Ну, в общем, трек-то я выложу. В общем, ладно. 15 я пробежал, пойду, если стану, пойду отдыхать домой. Ну, блин, очень жарко. Очень жарко. Очень жарко. И еще спасибо тому человеку, который закидывал мне на этой неделе, по-моему, на этой неделе денег на Райффайзен. Эти деньги пойдут в фонд бега Егора. Я все деньги трачу на бег. Такой уж я увлекающийся человек. А потрачу их на что? Об этом вы узнаете чуть позже. Не в этом видосике, но надеюсь, что на этой, либо на следующей неделе все узнаете. Спасибо. Ну что, утро мы сбегали, день тоже сбегали, вечер 6 часов, вот почему отсвечивает, ну вот 6 часов вечера, для меня 6 часов вечера, для меня 6 часов вечера это вечер, поэтому стартуем. Удачной пробежки! В общем-то, светофоры меня вывели к Балатовскому парку. Вот он. Специально я сюда не бежал, но так получилось, в общем, что я сюда прибежал. Бежал туда, куда горел зеленый свет, и оказался опять тут. Хотя бежать хотел совсем в другую сторону. Но что есть, то есть. Пробежал 7 километров. Вот опять не видно, ни хрена не будет. Короче, видно, не видно, не знаю, верьте мне на слово. Ну как мне можно не верить, а? Вот, пробежал 7 километров. В общем, сегодняшние 15-ки, они друг на друга похожи. Тем, что вот бежишь сначала, думаешь, ну беги хотя бы половину, потерпи, потом станет легче. И добегаешь половину, и легче не становится. Ну думаешь, типа что, вот ты ведь уже большую половину пробежал, типа, ну что сдаваться-то, беги уж до конца. И вот так себя обманываю, бегу. Вот. Наверное, эту вечернюю пятнашку тоже добью. Вот, по погоде. Погода пока жаркая, но солнце садится. Вот это уже дело ближе к закату. Жарко, как днем примерно. Ну, примерно так же и есть, 28 градусов. 28. Терплю. Что делать? Взял такую задачу, надо делать. Ну и что? Ну и что? А ну и все. 15 километров пропикало. Вот, 15 уже. Так, можно останавливать. Очередная пятнашка. Получилось. Все хорошо. Мы пробежали сегодня пятнашку утром, пятнашку днем и пятнашку вечером. День удачный.
Ну что, вот и ночь. Впервые, наверное, за сегодня мне не жарко. Время, значит, 10 часов. Стартую я в 10, потому что ночь у меня начинается в 10. Потому что, чтобы успеть за сегодня сделать все 4 пробежки. Вот. Потому что стартуя в 11, не факт, что я успею завершить забег сегодня. А мне нужно сделать именно сегодня все 4 забега, потому что день пятнашек именно сегодня. Все. А, еще, друзья, я забыл вам сказать одно условие. Каждая пробежка из сегодняшних должна быть быстрее, чем предыдущая. Пока все получалось. Получится ли вот на четвертой пробежке пробежаться быстрее, неизвестно. Думаю, что получится, но я уставший, во-первых. Во-вторых, неизвестно, что будет, пока не сделаешь. В общем, я побежал. А, во-вторых, темно. Вот. Все, тикает время, и я бегу. Кажись, все получилось. Время у меня явно быстрее, чем предыдущее выходит. Вообще все клево. И все. Стоп. Финиш. Не хочет сфокусироваться никак. Не хочет. Ну, в общем, скрин-то я прикреплю к видосику, конечно. Обязательно. Короче, это был крутой день. Это был очень интересный день. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, пишем комментарии обязательно. Занимайтесь спортом, бегайте. Пока, друзья.